Эй, друже, хочешь, чтобы мои видосики были тебе всегда видны? Жми на вот этот колокольчик, и все будет пучком. Всем привет! С вами V16, я выживаю на недавно открывшемся 5-м зарасте, это зараст средневековье. То есть на этом сервере заблокировано абсолютно все огнестрельное оружие, кроме пайпа и йоки. Но и тут не все так просто. Йоку можно взять и скрафтить, а вот пайп уже нужно купить за местные очки, так называемые Z-Point. Давайте я вам покажу, /S вводим. Зипоинты даются за убийство медведей по одному очку и за каждый час, проведенный на сервере. За один час 5 очков. Итак, за зипоинты мы можем купить железную дверь, двойную, кодлок, люк, ну и соответственно пайп, тут он называется мушкет. Что в итоге получается? Получается, что мы бегаем даже в топ-броне, у нас луки, арбалеты, у нас оружие ближнего боя. Пайп, кстати говоря, с обычными патронами. Красных я еще не встречал, то есть... страшный. То есть обычные патроны, ребята, поэтому пайп как бы вроде грозное оружие, но не настолько, что прям вот вообще вау, сразу ты доминируешь. Все сложно, все очень сурово. И пока я вам все это рассказываю, оцените, как у нас красиво домик построен. Смотрите, тут лампочки. Уютненько, столик со стульчиками. Ящичек, где-то у меня мяса было много. Ремовки Янкой в течение 12 часов только своих построек. Рейты X1. Никаких телепортов, никаких холмов. То есть, по сути, это классика с увеличенными стаками и заблокированным вооружением. Соответственно, играется здесь все по-другому. Заходите, играйте, выживайте. Я тоже тут играю. А домик у нас вот такой получился. И, кстати, ограничение 15 человек. Можете заваливаться толпой и выживать. Чуть не забыл, тут есть зажигательные стрелы. Так одно другому не мешает. Кто бочку бьет? Вот он, вот он. Минус 29. Дал 30. Уронил. Я подожди, подожди. Я привет. У него особо ничего не было, кроме кофейки. Я возьму себе одежду. Забирайте там, что есть. Так, зажигательная стрела. Нажимаем на колесико. Появляется значок. Прицеливаемся. Стреляем. Ну и пламя падает вниз, да. Подожди. Не цепляет, да? Нет, цепляет. Нет, если есть... стрельнешь под фундамент прям вниз, может будет цеплять. Давай попробуем. Сейчас подожди. А, нет, стоп, надо же зарядить сначала. Заряжаем. А, там 5 секунд. А ну-ка. О, пошло. Вот, рейд идет. Это, конечно, долгий способ рейда. Он дорогой. Кулдаун, по-моему, 5 секунд у них. Но... А как делать вариант? Там? На колесиках? Около 5 на колесико нажмешь, тебе картинка появится, да. Нажимай. Ну... Нет. Это типа. Это, по-моему, дешевле, чем раньше. Слушай, классно так. Дверка выгорает. Стабильно. Стабильно, но долго. Но нам нужны кабаны, это 5 ребята. ХП уходит. Нам нужны кабаны. Да. Сымитировались. Так, ну что, на картах будем твой ползти или штурманем? Не, долго, долго. Вода уходит. Есть, 23. Не могу попасть, ребят. А здесь, походу, нельзя плыть. Есть. А, минус. Контрольным все-таки. Глянь, как он. Привет. Это был. Так, забираю ресы у него. Ребят, забирайте, что влезет в вас, давайте. Я арбалет возьму. О, аптечку это из-за... Подсад. Определенно кто-то камень бьет. Так, давай вот так. Так, все, я не свечу. Ребят, у меня факела особо нет. Обожаю ночные миссии. Я взял. Ура. Моя прелесть. Моя прелесть. Просто... Так, ребята, спящий товарищ, шкаф есть. Так, да, я авторизовал, почистил ресурсы. Да не так уж и много ресурсов, подожди, что сундук. Ребята, это... Подсветите кто-нибудь. По сторонам смотрите, я под эту его, ребят. Залазь. Вот. Давайте, залазьте. Ломайте, давай, стрелами ломай. Я не вижу. Так, в пешке МВК-24, ребята, есть. Нормально. Сейчас, подожди, я... Пешек, я где-то видел такой дом. Да, я тоже где-то такой дом видел. Так, значит, смотрите. По есть, луту здесь нормально. 6 тысяч камня, руда. Шикарно, серо есть, мишка. Знаки. Ребята, я тут забираю все, что можно. Даже семечки заберу. Стрелы уже не действуют больше. Давай, 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 давай. Все. Так, да, еще одна дверь, ребята. И че? И... А, это и дом, подъем наверх. Это последняя дверь. Ребят, тут еще наверх, только здесь мы не сможем огненными, потому что... И кардосина, печки, печки, печки забитые лутом.
Сюда иди. Ты посмотри, ты не в тебе. Сломай лестницу, сломай лестницу. Я посмотрю ящики. Четыре ключа. Нормально. Бери ключи. Сломай лестницу. Сейчас лестницу ломаем. Да, там еще снизу просто можем пробраться. Так, я забираю. Да, да, норм топор. Компоненты. Подожди, так, давай. Я в шкаф пошел. Тут металла. Печка, загляни. Вообще шикарно. Вот это я понимаю. Забираю все с печек. Я внутри, тут шкаф закрыт. Шкаф закрыт. А там есть вообще что-нибудь, кроме шкафа, интересное? Да, есть. Интересное. Три пустых сундучка. Ну шикарно. Пустой костер. Можно, кстати, двери слямзить. Давай, забирай все двери, нам не, ну, лишними не будут. Так, компоненты. Ох, ё-моё, тут. Я заберу все резы, тогда давайте. Забирайте компоненты. Топляка, мясо. Так, ремонт-блок. Так, вот это, ребята, просто эпично. Человек просто сделал ошибку, но банально. Взять и поставить одну дверь металлическую. Уже было бы сложнее, нет, он не поставил ни одной. Да. Я не понимаю, почему. Он точно мог это сделать. Играл больше часа, он... По-любому накопил больше ресурсов, накопил в смысле времени, то есть вот у меня сколько тут? 3 часа, у меня 7 зипоинтов. Да по-любому на кудлок у него было. Почему не послал ни одного кудлока, ни одной двери? Так, почти уже. Вот так вот, минус ставни. А теперь давай решетки посмотрим. Подожди-ка. Наверное, здесь не получится. Скользко слишком. Мы лысые же, Бэш. Мы же лысые, Адель, остановись. Зовут. Да, впрочем, и через окно, чем мы... Есть! Ты это сделал! Со стула! Так вот зачем стулья в этой игре! Вот они зачем тут нужны! Что вы сделали? Чтобы вылезать. Он забустился со стула просто. Он так долго делал это. Могу деревянный копье дать. О, смотрите, как можно. О, давай, давай! Давай! Тут не лутай ничего. Давай быстрее. Ломай, 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 ломай. 8 хп осталось. С камней не запрыгнули. Итак, мы внутри. Давайте я рез не трогал. Я резы подчекаю. Тут у нас... О, шкурки, коврики, коврики. А где компоненты с резами? Нормально. Но я так понимаю, это мясная ферма. Здесь очень много мяса, очень много компонентов разных. Так. Шкаф. Воу. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут хорошо, кстати, 20 тысяч. Пайпы. У них пайпы они есть. На камнях. На камнях. Я видел, я беру пайпу. Так, дай-ка на посмотрю где? В этом. Серое есть. Есть? Шкаф почистили, нет. Ребят? Все внутри. Шкаф чищу, ребят. Авторизовался. Да. Переавторизуйте, что еще был. Тыковка. Картина маслом. Все воюют, больше грядками занимаются. Тыковка. Кто все? Я один тут стреляюсь. Ты где вообще? Под домом у нас. Так, тыковка кончилась, сверху кукурузка пошла. Кто живой из нас? За спиной нет. За спиной нет. Я под сферу бегу. Давайте, ребят. Я бегу. Хит 15 одному дал. Давайте, давайте, 48 у него. Пайпы всех. Дал одному. Адель, прикрой меня. Минус 16. Уходи, у него пайпа. Пуста, пуста. Дал еще одному. Хп. Сейчас мне даст. Еще одному дал. А это ты? Это свой. Где враг? Минус. Минус. Вот, бежит. Дал 19, ребят. Сколько там осталось? 15. Отлично, работали. Еще один где-то. Где? 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 Так, минус один я сделал. Дверь, да, ребята, вот топ броня. Забирай все с него. Прицит, топ броня. Бегу. А, осторожно, у них может быть хата рядом. Так, 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 где мой топор? Запись. Тихо, тихо, тихо. Эх. Опа! Шкаф, резы. Ту-ту-ту. Нормально, нормально. Нормально. Серу выгребаю. Нормально. Нет, не выгребаю, чепер, посмотри еще. Ну, ключ, ключ, ключ забираю. Шкаф почистили. Почистил сейчас шкаф, подожди. Почистил шкаф, авторизовался. Ребята, в шкафу авторизуйтесь. Так, давайте с той стороны. Итак, у нас такой вот интересный домик. Будем с угла пытаться залезть. Давайте. Нам уже двойная подсадка. Двое внизу. Один на них, я на него. Давай, Адель. Давай, так, нет. Адель, прыгай так, на них. Анон и Вайтсон. Или кто-нибудь. Так, давайте, все. Анон, у нас все. Цирк поломанный получается. Давай. Ага. Ага. Есть, 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 я наверху, ребята. Так, это какой-то супер антирейд получается. Так, ну ты отсюда вылезешь. Мусирейд. Да, я вылезу, кстати, думаю, если что. Стрелы заберем ваши. Так, мы внутри. Тут спит White Beer. Кстати, White, это не твой, братан? White Beer. Не-не-не, я видел его сегодня. У него ящик с лутом, там нормально лута, ребят. Иду дальше, шкаф застроен. Вы знаете, всего лишь один сундук. Я забираю. Нормально. Корпус, карту возьмем, вдруг там клад. Так, 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 так. Вот такой вот рейд просто с посадок. То есть человек почему-то не достроил
Не знаю зачем, он не застроил крышу. Застроил бы крышу, это было бы сложнее, нам пришлось бы выпаливать дверь. А дверь. Зажигательными стрелами это было бы дольше, да. А так вот, вот во дверь. Мы скинем все на плавку. Медведь, медведь, медведь. Где? Полезный фундамент. Файт. Он не понимает, кого атаковать, файт. Ах, я застилил, ребята, не ваше, мое, я застилил. Все, теперь вы взрываете. С меня хватит. Так, последнюю, я врываюсь. Пустите меня туда, пустите. Меня. Один хп не надо, не надо, бабоку, добей чего. У меня есть подбитый топор. Давайте, ребята. Уверен, что я прыгаю, я прыгаю, давайте. Пустите меня, дайте. Ровно последнюю. А, шкаф открытый сразу, лол. Чистим шкаф. Дайте я почекаю все так. Этот. О, чё? 13 камня в типе, 13 камня забираем. Дерево, шпицы, ледоруб. Там. Дайте дальше почекаю. 5000 серы. Дай копеечку, дай печку, дай. 5000 серы, бэшек. Давай, давай, давай. Печки много этого. Подожди, сейчас сверху зачекаем. Параллелепипед. Чеп-чеп-чеп-чеп, давай, давай, давай. Как-то все сложно. Ооо, компонентик. Давайте-ка посмотрим. Так, понятно. Баша, ты золото уже что-то, что ли? Да, сейчас тебе скажу, что там было. Ну, бэшек. Где еще было что-то? В лутовую иди. 5000 серы. Кастрюльный человек. Теперь там было металл фрагов немножко. И 13 тысяч камней, 1000 дерева. Это я понимаю, мы подрейдили. За одной металлической дверью столько добра. Забирайте все остальное. Мясо не забудьте забрать. Че он там? Да взрывай эту хрень. Я бегу. А, подожди, это подсад? Там сундуков нет, что? А, там солома. Ой, ребята, тут... Тут все жестко. Пусти меня. Давай, давай. Я по стулу залез сегодня. Шкаф, может, ребята. Чекаем, забыл. Чекаем. Так, ой, ресы есть, ребята, ресы а есть. Антель, прыгни просто. Так, ну я все забираю. Чеппер, давай, запрыгивай, чекай. Че, там даже есть ресы? Есть ресы. Ключ, да, можно. Открой дверь. Так, давайте я ресы заберу, а вы забирайте компоненты. Хотя ладно, не буду тратить, действительно. За короля! Рыцарь! Да, за короля, все! Врываюсь! Сундук с ключом. О, чеппер, чекай, ну я заберу все это потом. Не очень-то и много. Тело сверху. Это уже нехорошо, забираю все. Это хорошо. Забирайся. Не прошло и ночи, как нас пришло рейдить почти что весь сервер. Мне написал Анон, я зашел, нас было всего лишь двое, а их было очень много, учитывая тот клан, что нас рейдил, и ребята, которые бегали вокруг нашего маленького замка, получалось хорошее такое число. Все убивали друг друга, но учитывая динамику этого сервера, тут все происходит немного медленнее, чем на обычных серверах, где есть огнестрел, я решил нарезать только самые интересные и забавные моменты. Что в итоге получилось с этим антирейдом, смотрите. В какой-то долгосрочной осаде, в том рейде, сделать ничего нельзя. Все взрывается, бобовки уже пошли в ход. Уже в третий раз бобовки пошли в ход. Мы тоже кидаем бобовки, но это особо не помогает. Спуститься и заантирейдить в своем же доме. На этом сервере это весьма сложно, потому что у нас есть луки, арбалеты, есть пайпы с каменными патронами и бобовки. Ну, возьмем мы пайп, дадим кому-нибудь в лицо, отнимем у него половину здоровья, ну их-то там несколько. Улететь никто не может, точка невозврата есть. Если мы спрыгнем, то, допустим, с Аноном и кого-нибудь заберем, то это все. То есть будет точно минус один, он уже не вернется. Потому что мы поставили туда вот стеночки. Анон поставил две стеночки. Там все шикарно. Так, вон они бегают, ребятушки. Вон они бегают. Да, ну, слушай, у нас же целый огород хила есть. Давай, значит, план такой. Открываем, я кидаю. Первая пошла, подожди, сейчас вторую кину. Давай, кидаем побольше. Я беру пайп. Я спускаюсь. Я вижу их. Практически. Они тут рядом. Ну как рядом. Вот он готов один. Димон не сидит спуститься. Там. Нет, не надо. Все окей. А-а-а, бобовка загорелась. Она горит. Я могу тебе скинуть бобовку просто. Кидай быстрее бобовку. Стоп, меня стрелять будут с другой стороны. Дай бобовку съесть. А, у меня есть одна бобовка. Стоп. Это я тебе кину как раз. Готово. А они где сидят-то? В этом что ли? Да, они тут прямо. Внизу сидят. Штурмую типа их. Сиди там. Тонул одного. Хорошо. Сейчас возьму пайпу, подожди, мне не видно ничего.
У меня копье пролетело сразу в щи. И... Что еще? Такой вялый рейд получается. Просто скинь вниз и все. Две, пока две давай. У меня еще две есть. Так они сидят и около печек и там, что ли? Они внизу. Да, что-то сломалось. Херово. Что-то сломалось. Дал он. У меня другая проблема, Анон. У меня хилок нету. Два шприца есть? Кидай. Кинул. Ай, меня обожгли. Меня прижигают. Тащи еще шприцы. Точно огня туда накидать. У меня с собой нет этого добра. Пошку дал одному. Пошку дал вторую одному. Анон, у меня все плохо. Тащи шприцов штуки три. Не кидай по многу, просто дозированно. А мне, они бомбовку сейчас прикинули просто. С одного. С одной дырки в другую. Баскетболисты кинул, просто. Кинул 4 шприца под тобой. Цитально, все. Хорошо. Еще две бабки с собой есть, еще 4 шприца. Подожди, подожди, ну, стой. Я все это все у меня. Так, че где здесь? На крышу выходи, там будет дополнительно. Я на крыше, тут две будки какие-то. Ух ты ж, ё-моё. Ну заходи тогда в какую-нибудь, нет? Это меня так. Меня ослепили, подожди, ослепили. То просто можешь. Патроны, лук. Стрелы. Подожди, бобовка еще валяется. Ай! Ай-ай! Она горит! Сломался костер. Так, я не надеюсь, я Вайта не убью? Навряд ли. Ура! Я не знаю, как насчет убить Вайта, но меня ты закоцал. Кого-то я сейчас зацепил. Я не знаю, ребята, все, темнота, ждем. Ждем. Не знаю, я на первом... Вышек ты? Ура, ребята, мы, получается, отбили чудо-рейд. Тут еще есть снаружи челики. Да, снаружи-то есть, у меня патронов с собой сейчас нет. Тут пропрыгать можно, оказывается, это время было. Ну, возможно. Куда? Так, подожди, так, мы забрали, смотри. Вот это у нас товарищ КМК, который не знаю, от чего он отъехал-то. И там еще с другой стороны был второй товарищ. Тебе есть у него много лута было. У меня не хватает дерева, чтобы пристроиться. Сейчас оно построит и залезет. Все, три лестницы поставлено. Они, отлично. Слушай, они печки, там... они печки пробились, но серу куда-то все унесли. Вот челик лежит. Вот у него все серо. Дай я посмотрю. Включите кто-нибудь свет. Вот где? Тут. Включи, пожалуйста, факел, если у тебя есть. Вот так. Вот, точно. Кого-то же бобовка цепанул. Это у нас ниндзя. Нормально, серо, бобовки. Хорошо, кстати, мы еще и уловили. Сейчас я еще скину тут, что у меня. Ладно, забирай с него все остальное. Там я порох заберу. Пайп забери с него.